У нас на работе у каждого менеджера высшее образование. Все зависит только от тебя. Вы когда-нибудь оглядывались на прожитую жизнь? Стали бы вы счастливее, сделав другой выбор? У Артура степень магистра в Дюкском универе. Он лучший кандидат. Нет, сэр. Не он. Хотела бы я жить в мире, где жизненный опыт считался бы образованием. К черту их. Кого? Людей с дипломами, с их шикарными домами, которые называют детей как фрукты и взбираются на Килиманджаро. Звонила какая-то женщина по поводу собеседования. О боже, Фрэнклин и Кларк? Ваше резюме впечатляет, бизнес-школа Уортон. Простите, что? Видели бы вы ее страничку в Фейсбуке. Что за страничку? Обама? Я создал тебе новую личность. Ты хотела быть крутой, так я добавил тебе красок. Я всего лишь дала тебе шанс, но работу получила ты, милая. Кто чемпион? Вперед, кто чемпион? Я чемпион? Ты чемпион. Чемпион. Давай, задай им. Ты чего? Женщине ваших лет трудно найти работу. Посмотрим. Ладно. Надень что угодно, только не это. Ты как миссис Даутфайр. Ого, это мой офис? И тебе дали квартиру? Да. И кредитки? И я их конфискую. Даже не смей. И эти подставки тоже. Нет. О боже. Ты скажешь им, да? Я справлюсь. Это же Майя Варгас. Это мои друзья из... Нортона. Уортона. Мы вместе работали в Гринпис. Китов спасали. Не путай страничку в Фейсбуке с тем, кто ты на самом деле. Я вами восхищаюсь. Когда вырасту, хочу быть как вы. Тебе всегда был потенциал. Тебе не хватало уверенности. Это наш китайский дистрибьютор. А единственный сотрудник, владеющий китайским... Я? У меня есть идея. Ветеринар нашей кошки знает китайский. Мы с радостью устроим вам экскурсию. Но сперва нужно подписать контракт. Я уже таду ганманчин. Она мне нравится.